Здравствуйте. Еще один представитель нашей коллекции. Это сорт Карамелька. Нашумевший сорт был выпущен наравне с Нижегородцем. Вместе рядышком они шли нога в ногу. Вот. Вот такой вот сорт. Чем хорош? Хорош, во-первых, и чем он вообще выделился у садоводов. Это, конечно, вкусом. Не столько размером, как нижегородец, хотя тоже не мелкая ягодка. Ягодка в среднем 6-7 грамм. При хорошем интенсивном уходе может достигать 8-12 грамм. Но тут вкус, тут самое главное вкус, потому что действительно не зря дано сорту дано такое название карамелька. То есть по-настоящему вкусная и сладкая, как конфетка. Сладкая ягода, да, действительно, сахаров достаточно много, кислоты практически нету. Вот. Вкусный, достойный сорт, то есть и крупная ягодка. Побеги ошипованные, сорт ремонтантный. Вот такая вот ягодка. У него сорт опять же только начинает спеть. Я в нетерпении показать вам, поэтому еще не так много ее тут. Вот такие вот, вот ягодки. То есть хочется показать вам сразу ее. Вот, побеги ошипованные. Сорт, как я сказала, ремонтантный. Ремонтантные сорта мы выращиваем и, в принципе, всем рекомендуем только в однолетней культуре. То есть, если выращивать в однолетней культуре, то сорт считается среднеранним, вот сейчас начало августа, и он начинает плодоносить. Это только-только начинает. Он плодоносит, еще зеленых очень много. То есть это вот первые ягодки. Побеги колючие. Сорт дает достаточно много побегов замещения, поэтому очень быстро образует малиновую стену, как говорят. То есть очень удобный сорт. В описании сказано, что побеги у него стоячие, прямые. Вы знаете, нет, не очень. Возможно, из-за того, что у меня все-таки более загущенные посадки, мы берем саженцы отсюда. Поэтому, может быть, из-за этого дает не такие. Побеги толстые, но они все равно начинают паниковать под тяжестью урожая. То есть они ложатся. Ложатся однозначно, вот они у меня ложатся на черный материал, куда я им позволяю ложиться. Это очень удобно. То есть ягода чистая. Вот. Так что тоже очень хороший сорт, полюбившийся у нас в России. Не мелкий, вкусный, сладкий. Вкусовая оценка у него 4,6 баллов из 5. То есть это ценный сорт. Не маленькая, не мелкая ягода. Вот, так что очень хороший сорт. Можно иметь, или даже нужно иметь, если хотите вкусные сорта у себя на участке. Карамелька вам прекрасно подойдет. Сорт урожайный, дает до 5 килограмм с куста. Это достаточно неплохо. Вот, то есть можно, подходит и для промпосадок, и для дачных участков. То есть механизированно можно убирать. Вот, так что очень хороший сорт. Это вот с обрат, нога в ногу шли с Нижегородцем. Так что это вот карамелька.